Так что, друзья, после коротких паузы опять возвращаемся с вами в прямой эфир. Давайте смотреть Дотка, шестой раунд. Напоминаю, что у нас азиатская квалификация и новая пара команд. First Departure против команды Минески. Хочется сразу просто взять вам флоп и показать текущее положение этих команд, чтобы примерно представлять, с кем мы имеем дело. Ага, вот так. Итак, смотрим. Минески 2-1, кстати, весьма неплохо идут из трех матчей. Топ-3 позиция держится, претендует на попадание в плей-офф. В общем, соу-соу. И команда First Departure 1-3 это аутсайдеры. Вы знаете, это сенсация на самом деле. Многие, в том числе и я, First Departure ставил как минимум на позицию выше половины этой таблицы. Да, а вот сейчас они просто возглавляют, что называется, таблицу только с конца. В общем-то, не самое у них лучшее положение. Но, надеюсь, будут стараться и будут пытаться как-то выигрывать. Давайте... Это не то, включил. Я вам хочу статистику показать по этой карте. Так, с чем мы имеем дело? Итак, Минески 42 официальных матча было сыграно. 50% винрейта, кстати, вот так вот. То есть, эта карта, возможно, для них станет плюсом. Может станет минус. У First Departure, кстати, тоже та же самая. Посмотрите, у них 50% винрейты. Эта карта для них просто значит абсолютно все. Быстренько сравним по киллам. Итак, примерно ровно по киллам, по смертям. Чуть побольше умирают ребята из ФД. Ассистов больше у ФД также. Плотки там чуть побольше у ФД. ГПМ Минески получше. КСПМ, в принципе, тоже. Ну, вы знаете, разница вообще настолько минимальная, что даже говорить, наверное, не стоит. Команды равны по уровню. Сейчас буду сражаться, посмотрим, кто из них окажется сильнее. Итак, в пике переключаемся. И будем, конечно же, смотреть. Итак, секунду. Так, Минески играет за Реддитов, за Дайр, First Departure. Итак, Инвокера Дума взяли в ФД. Минески ответили пиком Батрайдера и Никса. В банах у нас Нага Вайпер, минус также Сларк и Топлар Ассасин. Ликантроп, Эмбер Спирит, Шадоу Демон и Винга отправляются у нас в небытие. Вторая статья пиков на самую интересную часть прям ворвались, что, в принципе, тоже здорово. Итак, Сенкинга забирает у нас Минески. Состав мы видим следующий. Джей, NMA, Ова, Джесси Ваш и Джио играют у нас за Минески. За ФД у нас играет товарищ Лабис, Крипто, Чейнс, КС и Дафа. Ну и вот на капитанском слоте у нас непонятно кто. Тут синий ник какой-то, Гигабайт взял Сенкинга. Ну, в целом, получается, что есть Бэтрайдер на оффлейн, есть Никс у нас, скорее всего, на позицию суппорта вместе с Сенкингом. Хотя, может быть, это не так. Может быть, Бэтрайдер будет просто лесном Никс на сложно. Может быть, Бэтрайдер отмитит. В общем, варианты различные присутствуют пока. Ну, посмотрим, что ответят ребята из ФД. Забирают Рубика третьим пиком. Есть инвокер в них. И есть Дум в качестве кого, пока непонятно. То есть, либо это керри-герой, либо это оффлейнер, либо это вообще семи-суппорт какой-то. Вот следующие пики нам дадут знать, собственно, что у нас будет происходить. Итак, Морфинга забрали, Минески, вы посмотрите, как агрессив настроен, и тут же моментальная ответочка от ФД. Вы заметили, как мало думал товарищ Скрипт над этим пиком? Увидел Морфа, все, сразу вот автонаводка такая. Ага, Морфинг, окей, Войд, пым. Все, там через хроносферы будем убивать. Нет, вариант, конечно, хороший. Вы знаете, пик очень интересный получается той и другой команды. Сильнейшие лейты, сильнейшие керри-героя. Дота, значит, должна быть тоже сильнейший. Итак, у нас по одному бану осталось сделать. Думает Минески. Ну, казалось бы, надо убрать какого-то суппорта, получается, да? То есть я беру дефолтный расклад. Инвокер отправляется в мид, Дум на сложную. Рубик, Фейслес, Войд у нас в качестве суппорта керри-героя, соответственно, в триплу. Ну и вот. Какого-то к ним суппорта еще нужно убрать. Посмотрим, кто это будет. У команды Минески мы видим Сенкинг в качестве точно суппорта. Них, скорее всего, тоже. Морфинг в качестве керри-героя. Ну и Бэтрайдер у нас на оффлейн позицию. Ну, а может, Бэтрайдера специально взяли для того, чтобы стоять против инвокера. Хотя я думаю, что это не очень хорошая идея. Ну ладно, сейчас у нас последние пики все покажут. И будем смотреть. Dire Team Ban. Ага, минус Дисраптор у нас, вот так вот. Ну, боятся комбинации каких-то способностей, Минески, да, то есть прекрасно понимаешь, что Статик Шторм плюс Купол — это очень сильная тема, и желательно под такое не встревать.
Решили избавиться от этого суппорта. Хорошо, ну и ФД банил, в свою очередь, Dragon Knight. Ну да, в принципе, я не думаю, что мидера не хватает ребятам из Минески. Окей. Так ли это? Или же в мид пойдет либо Никс, либо Бэтрайдер? Или же все-таки Никс у нас в качестве суппорта, действительно мидера не хватает против инвокера кого-то? Сейчас поглядим. Ну и вот думают. Думают Минес сейчас, трейдинг, и должны оформить себе последний пик. Немножечко смутил, видимо, их Войд. Это Войда как-то нужно контрить. Вопрос, чем его контрить? Что в данной ситуации будет полезно? Ну, на самом деле, тут вот уже контрить Войд, собственно, есть персонажи, да, то есть и Бэтрайдер с фрывами какими-то, если Войда очень хорошо зафокусит, то можно просто убивать. Смотрите, Ио забирает ласт пиком, да ладно! Морф плюс Ио у нас будут летать по карте и устраивать какой-то экшен-экшен. Это обещает быть очень интересная встреча. Я надеюсь, нам команда продемонстрирует весь свой скилл и опыт. Ну и ласт пик. Ласт пик от скрипта туда, посмотрим, что он возьмет. Ну и мы с вами посчитали, что нужен какой-то суппорт. Это же топорейшн будет. Ну что, дефолтный суппорт они, с дефолтного суппорта они забирают. Окей, давайте ставим тайм-гейм и поехали смотреть за этой каткой. Напоминаю, что катка это под номером 6. Шестой раунд идет первого дня квалификации СИА. Да, азиатской, собственно. У нас всего предусмотрено 7 раундов сегодня. Так что помимо этой карты, с вами еще одну карту обязательно поглядим. Так, вот так вот. Ну, призовой фонд опять же обновился. Уже 5 144 тысячи. И он растет, 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 растет. Ну что, выбор сделан. Итак, кто на ком будет исполнять? Давайте быстренько пройдемся. Итак, Минески. Ова у нас играет на Сен Кинге. К нему подтягивается Ио. Это Джио, который, по всей видимости, да? Ио Джио. Это у нас кто? Джей. Джей будет играть на Морфинге. Кстати, отправляется в мид. Ну, там к нему Ио обязательно подтянется. Ну и на топ-лейне у нас будет Джесси Ваш играть на Бэтрайдере. Остается у нас кто еще? Остается у нас этот вот... ISXTC играть будет на Никсе. Ну и ребята из First Depart. Ну, кстати, посмотрим, да, как у нас будет располагаться линия. Чейн взял себе Faceless Вайда, но легко линия будет фармить два суппорта. Рядышком это Лаби на Рубике и товарищ Скрипт, да, он же Fucking Land будет играть на Эйнштопорешине. В миде будет стоять КС на Инвокере. Ну и на сложной линии отправляется Дафа, будет играть у нас на Дубе. Такая у нас интересная расстановочка будет. Говорит, как ты там? Я, ребят, нормально. Я держусь, энергетика еще есть ровно половина бутылочки, пока она не выпита. Я еще прям как моторчик готов для вас комментировать доту. И вот пытаюсь растянуть, собственно, эту бутылку энергетика сейчас до конца сегодняшнего дня. А потом просто, вот как я уже говорил, скажу последнее слово, с вами попрощаюсь и прям возле монитора отрубиться спать. До следующего дня. Ну, завтра, кстати, уже будет немножечко поспокойнее. Завтра у нас предусмотрено всего лишь 4 матча Best of 1. Так что график попроще будет. Поменьше матчей. Покачественнее, конечно же, контент. Ну что, у нас тем временем Джесси Ваш поднимает руну Инвиза. Сапог отправляется на сложную линию. Поставил, кстати, очень хороший вардец. Дает он вижен перемещению суппортов. Это очень важно. Но в целом сейчас может немножечко поворвать как-то XP. Чем-то еще полезным заняться. Ведь это из двух суппортов. Да, ну. Под Войда, конечно, подставляться здесь не хочется. Все-таки есть Disable, да, в качестве такого телекинеза, подталкивающего спелла к Войду. Ну и, конечно же, Chilling Touch, который Войду даст неплохой прирост к дэмэджу и, возможно, поможет убить. Так, ну и в мид у нас Ио плюс Морфлинг будет стоять против Инвокера снизу, пока один стоит Никс. В целом бегает еще и Сен Кинг. Ну и против Тума. Ну что интересно, на легкой линии Никс, давненько такого я не видел. Интересно. Смотрите, чем занимается Бэтрайдер. Свел на себя пачку крипов через Firefly, отводит ее под свой тавер и пытается, может быть, зафармить. Но Firefly сейчас закончится. Да, и вот тут осталось немножечко ХП, и нужно как-то это дело сейчас добивать.
Что делать? Тавр, сейчас у него тычка-то посильнее будет, а? А хочется отсюда вывести немножечко денег. Ну да, окей. Рейнджевого убил, дождать следующей пачки крипов. А, ну и вот так вот, конечно, добивать можно. Аккуратненько, есть КС. Есть еще один крип, ну и последнего. Контроль. Хорошо, здесь ваш. Начало потрясающее. Ну и отправляется опять же на свою сложную линию. Так, здесь у нас, видим, тем временем Никс покупает себе сапог уже левел 2. Через МПЛ и Манаберн. Да, ну Манаберн, в принципе, против Дума эта штука нормальная. Можно избавлять его от маны, а следовательно не будет через Девар хорошо фармить дафа. Так что все, окей. Так, что с тем временем вытворяет Ио? Ио делает стаки. Очень даже интересно. Ну, по цинке га, понятное дело, стаки. То есть мы сейчас уже... Вы смотрите, очень такой вот интересный мув. Он вот просто специально выжили всех... Все дерева здесь и разрубили все дерева. И позволяет это, в принципе, Ио делать, наверное, несколько стаков. Так, на сегодня в миде немножечко поддамажили Морфига. На развороте КС. И врывается на Ова, красавчик. С Мороу Страйка это будет фраг. Зарабатывают его ребята из Минески и... Отличное начало, скажем так, бессидно вышел Синкик. Реализовывает руну Хейст. Не ожидал такого явно инвокера 1-0 в пользу Минески. Куда остановились мы на том, что вот специально выгрызают деревья и позволяет это, в принципе, Ио делать несколько стаков одновременно. Это значит, Синкик будет, конечно, очень доволен. Даже сейчас он уже получит себе левел 3, будет у него второй Сэндшторм. Отправится в леса, и оттуда вывезет себе очень-очень быстрый дагер. Ну что, в спину, на Дума. Здесь Никс, есть импел, есть манаберн, пока просто давит, скоро четверт. Дум пытается мансовать, Бороу Страйк получает. Еще один импел, по таймингу будет манаберн, здесь еще Карапаси, но... Живучий этот Дум, на самом деле, и по скорочи тоже, конечно, неплохо он. ХП свой отрегенил, поэтому убить его не получается. Ну окей, сейчас получится, ничего страшного, главное не расстраиваться. На топ-лейне Бетрайдер фармит, у нас, кстати, Войд, про него мы немножечко забыли. У Чейнса пока КС 17-5, в целом такой же, как у Морфлинга в миде. Ну, посмотрим, будет ли выходить какие-то мидасы. И вообще, через какой этом билд пойдет. Ну, мы на самом деле много видели разных этом билдов от профессиональных игроков. И на европейской тут сцене, и на китайской, и так далее. Ну, вот, в частности, например, топовая команда китайская DK и Burning, в частности, на этом байде показывали, что нужно покупать аганим обязательно. Особенно, когда в пике у вас есть Edge Toparation. Ставится купол, длительность его под аганимом увеличена. Ну, а значит, Ice Blast будет залетать и попадать как надо. Ну, комбинация, конечно, хорошая с пулов, тут, конечно, бесспорно. Ну, тем более, инвокер играет через класс экзор, соответственно, салстрайки тоже будут туда залетать. Это проверенная комбинация, опять же. Ну, и фертипатры, видимо, команду DK, собственно, смотрели. Так вот, может получиться. А, ну, и также присутствует еще такой расклад, что Чейнс может одеваться через какие-то момы. Стандартные какие-то кристаллисы и прочее. То есть, да, такого боевого Войда выходить. Так что посмотрим, какой Войд нас с вами ожидает. Так, может, у нас все время сапог врыв... Бенд, есть также ботл левел 4, контролить руну пытается. Санстрайк, кстати, первые заезжают куда-то. Куда они там залетели, эти санстрайки? Понятно. Ой, теперь смотрите, у Лави большие проблемы, это второй фраг. Для ребят из Минески. Загнали они здесь суппорт, немножечко нафидонил здесь Рубик. Непонятно, как он оказался в этом месте, но, по всей видимости, его туда привез Бэттрайдер. Нет, Бэттрайдер еще не привозил, у него левел 3 только. Ну вот, соединяется по тизерам Ио, подхиливает его через ботл. Ну, в целом тоже правильно, да, это достаточно распространенное решение, когда дабла идет, собственно, в бит, и покупать не снайперса наш ботл, а именно Ио, чтобы смог подхиливать, и, в принципе, этот ботл, он может юзаться на двоих. Когда надо, подхиливает Морфа, когда надо, юзает сам. Так что все вроде бы хорошо. Снизу, тем временем, Никс, левел 5, есть сапог у него, стоит он против Дафа, Дафа с фейзами, кстати, тоже левел 5. Ну, у них такое себе противостояние, собственно, двух титанов, никто никого убить, понятное дело, не может. Вот Аркин Буцы приобретает себе... Никс, ну, кстати, с Аркином Буцами он может гонять дафу получше, да? То есть моноберн просто без кулдауна. Юзаем. Оставляем без маны у нас дома, и дома становится неприятно. Вот еще МПЛ какой-то залетел. Ну, так немножечко пробивает. Проверяет на прочность. Миди Морфлинг пытается пока фармить один рингфакрил. У него есть топовый КС на карте, он пока удерживает. Но смотрите, чем занимаются суппорты. Суппорты готовы уже нападать, готовы врываться. И, например, на Джесси Ваша. Чейнс получает второй стики на палм. Есть сапог 1300 монет, будет выходить, наверное, в Мидас. Так, ну и Джесси Ваш не среагировал. Залетает на свой. Телекинез. Ну, тут, конечно, без шансов. Со страйк заехал. Чейнс руки бил. Палм дачебл. Ой, под, извините. Это фраг не инвокера. 2-1. Первый фраг для Ферсипатра. Заезжает. Неплохо очень получилось. Асис зарабатывает себе Войд. Дополнительная денежка. Это плюс. Ну и КС, конечно же, Смита тоже себе что-то приобрел, по всей видимости. Нет, еще ничего не приобрел. Кстати, по КСу
Очень даже слабенько, я бы сказал. Да вы посмотрите, Морфлинг 34 на 23. 23 крипа чужих убил Морфлинг, а ЕС убил всего лишь 8 на 2. Что творится с этой дотой? Нет, вопрос не так надо поставить. Что творится с этим КС? У КС слабый КС. У КС очень слабый КС. У КС отвратительный КС. Я не знаю, почему так мало крипов убил. Он просто по всей карте, видимо, вводит мышкой и пытается кого-то поймать на санстрайк, что ли, или что? Ну, вообще его Морфлинг никаких шансов не оставляет. А посмотрите на него. Этот Джей потеет, конечно. Вот это плотный персонаж. ПТ-шечку себе приобретает, видимо, Морф. Левел 6. Снизу у нас тем временем Никс левел 7. А у вас сапог 1500. Ну и Джесси Вася, что у нас транквил бутсы. Левел 4. Пытается настоять на топ-лейне. Пока вроде плохо получается, не умирает. И все хорошо. Немножечко успокоилась у нас игра. Фармят те, кто должен фармить. Вот небольшая попытка огрызнуться здесь КС-а. Вот это колл-снэпы. Слишком близко подходит, подставляется под спирицев, получает немножечко дэмэджа и вынужден отходить. Так, мы видим сапог, и у Овы есть 1500 денег. Потихонечку выходит он, тут самый. Дайгер мог, в принципе, отправиться наверное, в леса и оттуда ввозить, но решил, что он на линии лучше постоит против дома и не даст ему фрифармить. У дома, кстати, видим, появляется робот в маге, будет делать себе стандартный драбу фэджинс. Такой этот билд мы привыкли видеть на этом персонаже. Морфлинг ПТ. Так, ну и здесь Джесси Ваш. Пока 856 монет, левел 5. Прежнему не имеет лассо. Ну, понятное дело, что First Departure пока не смогут воевать до тех пор, пока Void не купит, во-первых, себе Мидас, во-вторых, не будет ставить купола. Так, теперь смотрите, находит АСТХ. Подкапывает, моноперник и делает фраг соло 3-1. Вот так вот спокойно. Разбирается с суппортом. У нас... Суппорт команды Минески. Аркейн БЦ у него уже есть. 172 монеты, левел 7. Пока он перемещается, видим, куда-то с ИО. Ну, Void фармит. У Void ПТ, кстати, не пошел. Он через быстрый Мидас. Купил себе еще и Magic Wand. И неужели это Void у нас будет все-таки через мом? Так, снизу. Подкопал. Сразу эпицентр. Еще один подкоп. У Дафа большие проблемы. Даф сможет ли что-либо сделать? Пытается уйти. Нет, здесь, конечно, без шансов. 4-1. Ну и снова хороший драканка от Минески. Пока все еще качественно делают. Они доминируют на всей карте. Бегают, изничтожают противника. Ну, не на всей карте. Окей, это я преувеличиваю. Конечно, они доминируют только в миде внизу. Но вот Void пока фрифармит на топе. И осталось еще только эту проблему с Войдом. Теперь смотрите, что делает Морф. Пробивает КС с руки. Да ладно! Что творит? Еще одна тычка, он в соло просто разобрал. Остановите этого Джея кто-нибудь, пожалуйста. Поставьте паузу, мама, неси полотенце. Джей. Вот это да. Вот это напотел. 56-34. Он не то что чужих крипов, он своих-то не прощает. Очень четко отыгрывает этот морфинг. И, кстати, тоже стоит отметить тот факт, что он практически стоял без Ио все это время. Ио там бегал, получал себе в лесу где-то и спушку еще делал. Морфлинг. Просто убивал крипов и убивает и противника. Забирает соло тавер. Опять же, небольшую прибавку такую к деньгам себе получил. Покупает Ghost Captor. Сразу будет делать себе Ethereal Blade. Без промежуточных каких-то линкин сфер. Ну и смотрите, Morbid Mask Achains все-таки будет выходить в мом. Ну вот здесь, кстати, я бы не советовал первым артефактом покупать мом. Вообще никак. Ну то, что Морфинг купит себе Ethereal Blade, ты включишь мом, и Морфинг тебе за один Ethereal Blade объяснит, в чем конкретно ты был неправ. Вот по пунктам прям. От А до Я. Под диктовку, как угодно. Смотрите, у нас не кстати время тоже будет появляться Dagger совсем скоро. У Санкигата он уже есть. Ну и, в принципе, снизу можно попробовать поймать еще раз Дума. Дум пока не нафармил себе намеканзом, надо его убивать почаще. Морфлинг поднимает руну регенерации. У нас, кстати, 11 минут у нас позади. И давайте посмотрим на графики. Ну, тут так вот ведут Минески. Уже порядка 4000 по дигам, по XP около 3000. Бэтрайдер у нас с даггером, кстати, тоже. Уже два даггера на команду Минески есть. Ну и, в принципе, скоро появится третий вот на этом персонаже. Ну и три даггера на 10-й минуте, вы знаете, это очень хороший показатель. Очень хороший. Еще, плюс ко всему, Ио сейчас выформит. Не получилось ему сделать еще один пул. Будет у него левел 6 уже, и Морфлинг будет помобильнее, можно будет врываться и уже помогать тому самому Никсу, который будет бегать по карте, устраивать экшен в любой точке карты. И на топ-лейн сразу атака. Так,
Вот он Даггер, но решили пока без Даггера напасть. Ну, в принципе, пока Даггера у Бэтрайдера и у Сенкига вполне хватает. Попытка убить Вайда. Надо, пора, 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 ребят, конечно. Вот он подкапывает, хорошо, залетает. Есть лассо, чинятся большие проблемы. Удар с виндеты от Тикса, это фраг. И ее залетели сюда тоже. Кстати, без Марфа он залетел, просто пытается помочь. Рубика будут убивать, Лаби. Ну, себя просто принимает все внимание. А вот Ова пытался понять, что подрежет, кстати, почти получилось. Вот они даже будут по тауэру, типа, смотрите. Такие звери эти минески. 7-1 счет доминирует на карте. А тут опять Джей. Бедного инвокера просто растерзал. Вы посмотрите. Сапог Glass of Hest. Пытается выфермить себе Midas, конечно. Он чуть второй раз подряд не отъехал от Марфа. Такой ситуации, конечно. Ой-ой, смотрите, пришел у нас просто. Это какой-то трэш. На Даггере пришел, подкопал, убил. Все просто. Изи. 8-1. 12-я минута встречи. Так, Бэтрайдер там, может просесть, ну, спокойно, Даггер аут, уходит. Еще и Фаерфлайм подпарливает. Приходит Чейнс после смерти, по-прежнему Орбит Маска и ПТ. КС держит топ-3 на карте. Ну, отстает достаточно сильно, если посмотрим по детальному нетворс, увидим всего лишь топ-5. Ну, вот Морф перефармливает у нас Вайда на 3000 денег. На 3000 денег на 13-й минуте. Это безобразие, это просто безобразие. Миканцы у нас у Дума. Тут все с Даггерами бегают. Ее, кстати, без сапога. Да, по-моему, G особо-то и не стремается по этому поводу. Окей, без сапога. У меня тут 3 ассиста есть, без смертей. Так что сапог мне не нужен, говорит. Бэтрайдер теренем. Появляется Ринков Реген. Конечно же, будет делать стандартный форстав. Что же у ребят из First Departure? Вот стоит, конечно, порежет, кстати, без сапогом. Левел 5 не получил себе еще Ice Blast. Даффа у нас Миканцев имеет Робот The Magic. Будет делать Drum of Agents. Лаппи у нас пока с сапогом левел 6. И КС. ПТ-шечка. Нафармил себе на Midas, по идее, должен был. А еще или нет? Сегодня подцепили Никса, но тут просто Виндетта и... Ну, как можно какать Никса без просветки, без Сентри Вардов, вообще без ничего? Извините, пожалуйста. Кто-нибудь расскажите мне, как так можно какать? Ладно, он приносит со временем Чейнс. ПТ есть. Ну, в принципе, готов он уже ставить какой-то купол. Может быть, ворвется сейчас на Бэтрайдера и попытается продемонстрировать. Все, что он умеет. Ну вот, без Эншта Парижа, без Айсбласта не хочет. Именно для этих целей, конечно, оставили здесь Факин Ленда. На мидлейне, в соло. Тут уже не в соло, КС ворует у него экспо. Нет, ну это на самом деле зря. То есть, на самом деле, здесь Ферти Паттер нужно дать. Просто Эншта Парижа, чтобы получить себе левел 6. Чтобы Войт уже немножечко активизировался, начинал ставить купола. Сейчас просто КС умрет, потому что врывается Бэтрайдер, лассо. Отвозит, эпицентр, ова, КС. Жил недолго. А Джей тем временем сносит два тауэра. Поэтому аккуратненько, с ее кто-то прилетает сюда. Тут ультимой топ прыгает. Разворотит, будет драться. Репликату ставит, здесь Чейнс. Пытается впрыгнуть куда-то. Куда прыгнул Чейнс? Чейнс тестит свои спелы. Как они работают. Вот так вот, хоп, прыгнул. Здорово. Ну, окей. Итак, Сенкик у нас. 1000 монет сверху, левел 9. Здесь Никс. Аркин, Буцы, есть Даггер, есть, кстати, став. Левел 10 также. Репликата пошла в атаку. Страшно. Очень страшно, потому что это репликат, и может взять появиться Морфлинг. А если появится Морфлинг, будут большие проблемы. Ну и, кстати, очень интересно, почему Морф не стал выфармливать себе до конца этой Рейлблейд, хотя у него была такая возможность просто нафармить немножечко денег и голосом купить. И пытаться уже убивать противника соло, в принципе, потому что он гораздо. Но он купил себе ультимейт торп и все-таки решил сперва Линген Сфера, а уже потом, как в гайдах пишут, купить себе этой Рейлблейд. Ну, у нас еще 5 минут карты позади. 15-я минута встречи. Смотрит на графики, видим, что 7,5 тысяч впереди. Минески по XP около 7 тысяч. Преимущество растет. Dire's top tower is under attack. И укрепляют свои позиции, ребята. Из Рейден. Итак, под смоком. Атака от First Departure. Атакуют они здесь тауэр, по всей видимости. Ну, больше атаковать некого, потому что здесь никого просто нету. А если кто-то будет, то будут они не поодиночке, это точно. Потому что ее уже имеет сапог. У него есть левел 7, релокейт у него готов. Так что в случае чего они всегда потянутся. Ну, Джей у нас пока активно сплит пушит. Они, в принципе, снесли уже линейку Тайтин Тавров, уже положили свой глаз на Т2 товара. И вот он, Марш пошел вниз, будет Дэв, конечно же, свои товара не дают ребята из Минески. Покупает 30 на Ликен Сферу, осталось лишь купить Персверенс. Форж Спириты зашли, две штуки, значит, левел 9 себе получает уже Инвокер. Так, зажимает Марфа, Морф отбивается, есть цикли фортификейшн. Так, там теперь у нас Никс, в виде Чейнса, можно сориентировать, можно разобрать, 853 хп, боже, это же так изи. Так, порвается Чейнс.
На Джея, перекачка, Дум, все повесили на Морфа, Морфа, конечно, будут избивать, на теории подкоп по двоим, хорошо, выдают нас Никс, убивают, конечно же, здесь Морфлинга, но в ответочку будут драться ребята из Минески. Избавляются от ХС, он по тавру просто умирает. Там все время пытается Чейнс убить ее притягивается. Минус Рубик, минус Инвокер. 1-2. Летает на сирене Джесси Ваш. Лассо поймал Чейнс, это будет минус 3. И пытается уйти Сэнкинг. Сэнкинг давит на пяточки. Даггер пока ему сбивает. Ну и нужно Сэндшторм. Нужно Сэндшторм точно. Отъехал там у нас еще и Войд. Это минус 4. Дабл дэмэдж давит на разворот ему. На разворот, ты же Сэнкинг с клешнями. Бей Дума. Дума бить не хочет. Обидно, что потеряли Морфа, а в целом неплохо. 13 на 2 подрались, Тавр отдефали. И опять же, укрепились. В своем положении в этой карте. Итак, 17-я минута встречи подошла к концу. Морфлинг недоволен, очень недоволен. Джей, он зря, что ли, столько грипов убивал, чтобы его потом сливали. Так, сирене подкапывают КС, в миде пытаются его поймать втроем, эпицентр, конечно, КС без шансов. Отвратительная игра на инвокере, прямо скажем. Чейнс прыгает, поставит ли купол? Купола-то нет, на самом деле, нечего ставить. Но прыжок был интересным, включил даже мом, на развороте можно его убить. Кстати, Борос Страйк по двоим, выдает хороший ова. Подкапывают, там был байда подкапывает. Но разобрали Эйнштопори, что решили, что так тоже будет хорошо. Лаби скастовал свой эпицентр. Ну, то, что своровал красавчик, то, что потратил в никуда, это минус. И 15-20 счет, 18-я минута встречи. Так, ну, мне просто интересно, сколько же Джей убивает крипов в среднем за игру. 125 на 35, к слову, на 18-й минуте. Ну, по-моему, сорвался с цепи просто. Просто сорвался с цепи. Пытается пробить тавер, юз цикли фортификейшн, Чейнс на дефе, врывается вперед Морф, прогоняет Чейнса и забирает. Вот теперь уже готовая ликвидсфера. Там теперь не поймали Чейнса, залетает Патрайдер неплохо, подкопали Чейнс без шансов, Айсбласт залетит. Цепляет краешком буквально Никса. Ну, это такое. И когда мы увидим законную... Закономерную, я бы сказал, наверное, строчку от команды First Depatra. Словами, ребята, перестаньте так потеть. Так, ну и Морфлинг. Покупайте себе ликетсферу. Да, без сапога. ПТ есть, все-таки все хорошо. Санстрайки залетают, дают вижен. У нас временем Форстаф уже имеет Бетайдер фармит дальше 1400 монет у него есть. Ну, по Детворсу вы смотрите, да, вот топ-5 персонажей. И из них 4 ребята из Минески. Причем Морф опережает Дума на 4000. Ну, сейчас он же ничего боится, сбивает ему Ликенсферу, Вейформ, врывается Чейнс, хочет дать купол. Купол, наверное, он даст, пытается перекачиваться у нас Морф, залетает Айсбласт, но у Морфа будут большие проблемы, разгрызли, убили. Да, Морф должен понимать, наверное, что он, конечно, очень сильный, очень мощный персонаж, но вот одной Ликенсферы маловато против пятерых. Наверное, надо еще какой-то БКБ собрать. Но я не знаю, что еще. Чейнс с момом, пока 0-3-2. Ну, по-прежнему держит топ-6 на дворс позицию. Кстати, вот его обходит Санкинг на 1500 денег. Не страшно, ничего страшного в этом нету. Главная комбинация, главная задумка. Ну, то есть, ну, они уже демонстрируют, то есть они ставят купол, залетает айсбласт, и вроде как килл получается сделать, убивает Морфа. Так, у нас со временем робот в маге появляется у инвокера, без мидаса, понятное дело. ПТ есть Драма Венджерс, ну, Драма Венджерс еще, кстати, нету. Покупает себе белт зачем-то, то есть он одновременно собирает себе все. Вот, так что это все мы скоро увидим. Так, теперь у нас у Джио получается баклер из хитрешечек, скоро совсем появится Миканс, хочется эту пачку грибов дофармить. Смека будет повеселее, может быть, Морфа выхиливать. Бегает на временем Дум с Миказом, Драма Фэнджелс. И отправляется Никс на его поиски. Прыгивает на временем Сэнкик, находит. Приходит еще и Никс, подкапывают. Эпицентр. И без шансов. 17-3. 21 минута встречи. Кстати, что и самое интересное, вроде бы Джей потеет, да, у Морфлинга, а он самый фитер. В этой игре, посмотрите, да, то есть две смерти из трех возможных на нем. Нафидонил-то просто беда. Раскачал противников. Подводит свою команду, конечно, тянет на дно. Я бы таких вообще увольнял. Итак, в мид у нас стягиваются ребята из Минески. Подкопали здесь Чейнса. Еще один подкоп. Закают нас Джесси Ваш. Лассо без шансов Чейнс. 16-3. Dire's top tower is under attack. Гем.
У Никса на топе. У нас же пытается найти Тауэр в соло. Когда же появится Террел Блейд, интересно. Микан, знаю, ее долетел. Здесь бегает, кстати, Лаби. В инвизе. Под винде тут сформировал. Красавчик. Так, Никс тоже. А Никс-то с гемом. Сейчас прям в руки иди. А, Лаби тэп-аут. Хорошо. Ну, на топе пройдут, конечно же, Минески. Снесут еще один внешний тавер. Это будет пятый тавер в копилку. Ну, пытается пока сопротивляться у нас как-то. Дафа. Ну, там Сейдж Крип и Джей, который бьет. Так, ну, вот сбили ему линку. На этот раз он уже прекрасно понимает, что в прошлый раз по той же самой схеме убивали неоднократно, да? Сбивали линку, и потом внезапно купол залетал. Больше он такой уже не попадается. Лучше тавер не забрать, но в живых остаться. Ну и что, спушивает, потихонечку отпушивает нижнюю линию, Джей. А вот с тревел терения появляется у Бэтрайдера. Мом ПТ, у Чейнса. Ну, 22-я минута, конечно, хотелось бы увидеть еще какой-то артефакт, но вот, к сожалению, прессуют оппоненты. Чего не поделать. Ну, преимущество, что оставляет 14 тысяч по дигам, по XP уже 15. Так, ну и видите, так сказать, заварушка отмечается. Тут уже, в принципе, эпицентр готов из-за гига второго уровня. Здесь взлетает Лаби. Лаби тоже, значит, там есть гем. То есть будет смог, да? Да, есть смог. Хорошо, проюзывают. Вот он, Лаби. Ну, подкопали, да, конечно, здесь есть гем. Все было прекрасно видно. Айсбласт тоже взлетает никуда. Чейнс влетел. Все мимо. Там теперь, смотрите, зацепляет Бэтрайдер еще и КС. Эпицентр в КС. КС тоже в таверну. Ну и там прыгивает дальше уже. Смотрите, Никс подкопал. Карапассировал. Дафа заходит сюда. Морфик, адептив страйк. Стики на палмов. Дафа пытается сделать хоть что-то. Тратит дом в регенсферу. И с чувством выполненного долга отправляется в таверну. Ну, я же, как ребят, дом дал. Я же виноват, что вы нафидели регенсферу. Мы дали нафармить. Пытается сейчас у нас сделать тэп-аут. Только Джесси ваш. Дай-ка флеймбрэк. Нет, не успевает давать флеймбрэк. Дайерс Миддлтауэр из under attack. No gale can snuff the flames. И по миду. По миду пытается спушивать Tower J. Осталось всего лишь 1000 монет до Terrell Blade. Dire's middle tower is under attack. Ну, это если бы не смерть, конечно, давно бы этот Terrell Blade уже был. Так, врывается Chains. Купол поставил снова на Джей. Та же самая схема. Джей. Джей, Sunstrike, Ice Blast. Все в него влетело. На этот раз он, правда, переживает. И на развороте еще тут перекатывает просто противника. Минус 2 уже сделали. И Морф будет жить. Морф будет жить. Tower они спушивают. Теперь уже можно пойти в принципе. И голосовать. Нет, 100 не хватает. Окей. 24-я минута встречи, 23-3. Я не понимаю, почему пока Ферзи Паттера не пишет. Но Джейн влетает, опять по кулдауну лассу ловит КС. КС. Вот он, Этериал Блэйд, Дэбью Страйк, Ласкаст минус. И год лайк уже. Ну, стоит забрать Рошана, может быть. Может быть, есть смысл забрать и два Тауэр. Вариантов просто миллион. Radiant's top tower has been denied. No doubt. Так что, думаю, выберут один из моментов, как можно, собственно, пронести противника. Ну что, дорогие друзья, смотрим. Я еще раз вам напомню, что мы с вами комментируем шестой раунд уже первого дня квалификации СИЕ. У нас сегодня 7 раундов будет, так что еще эту катку мы с вами посмотрим на каждой из трансляций. Ну, еще раз вам напомню также, что и 4 параллельных стрима у нас доступны. Сегодня 28 матчей мы должны были с вами прокомментировать. Большая часть уже позади, осталось совсем немного. Так что юзайте мульти-твич, дорогие друзья. Смотрите стримы, пишите в чатике, поддерживайте поактивнее. Читайте в твиттере, например, меня, twitter.com/adequattv. Какие-то сообщения пишите, периодически что-то почитываю, поглядываю. Ну что, Морфик у нас снес все внешние товара. Мы видим 25 минут. Упали у ребят из First Depatra. Преимущество. Ставили тоже 20 тысяч у Минески, по XP тоже больше 20-ки. Ну и посмотрим, сейчас как раз ложится у нас КС. Заходит у нас Минески Джей. Тут инвокер прекрасно понимает, что 1400 хп, не так уж и много. Кстати, на полный перекачался у нас здесь Джей. 853 хп себе оставил. Снова летают у нас какие-то взрывы, санстрайки. Вообще, куда это все летит? Chains. Мом 1000 монет. 0.52 стат. Левел 11. Ну, такой вывод, конечно, не вывезет игру. Было бы больше смысла, наверное, если купил себе хотя бы какой-то Микан. Ой, извините, Hand of Midas, конечно же, да, и уфармил себе хоть какие-то шмотки. А так уж совсем, конечно, грустно. Инвокер не может уфармить себе ни на Крамиконы. Здесь вот единственный, кто впаковывает, наверное, только Дум. Огар Клаб, Клоака, Микан, Задрам, Фэджерс, Фэйзи. Какую-то хоть плотность показывает. Так, на середине атака будет снова на Морфа, залетает.
Проюзал перекачку, Sunstrike Ice Blast, и Морфлик будет умирать. Йо! Ну, притянулся, конечно, сделать ничего не смог. Трайдер тем временем поймал у нас Чейнса, будет его растерзать, смотрите, спирицами. Просто изничтожает силу своего оппонента. И это уже unstoppable до Трайдера. Так, Тереник с погоней за домом. Стики на палмов, есть подкоп. Там, правда, телекинез еще и фейтбол залетает. В принципе, не страшно. Три стика уже на дафа. И заходит на Сенкинг сбоку. Бороу Страйк, Сэндшторм, четвертый стик на палма, пятый стик на палма. Еще хочется ударять, шестой стик на палма, бьет уже с руки, очень больно, еще один фейтбол, но это минус. Свидет удар исполнения Никса, и это тоже минус 2. Ну и 27 на 4, 28 минута встречи, подошла к концу. Ривер, Сонкига. Ну, тут того просто уже не знает, что ему собирать. Решил, что купить самое дорогое. Просто все деньги, которые у него были, слил в Ривер. Пусть будет. Никс у нас Юлси приобретает Форстаффер, Кингбус и Даггер Гем. Ее у нас есть Орна, есть Меканзем, есть Аркинбус, есть Потл, левел 13. Ну, и Морфлинг снова недоволен, конечно же. Единственное, кого убивает, это только Морфа. Есть у него Блейд, мы видим. И продолжает фармить. Что 28 минута встречи. Не торопятся ребята из Минески игру эту заканчивать. Не хотят. Хотят еще поиграть в Доту. Ну, правда, не знаю, последний ли у них этот матч или не последний. Я даже могу, наверное, посмотреть. Будут ли они еще сегодня играть или нет. Или для них это завершающая встреча. Нет, они будут. Они... О, у них еще против Arrow Gaming играет. Там-то серьезно, на самом деле, расклад. Так что им там придется попотеть. Так что есть смысл игру, конечно, быстрее закончить, чтобы потом просто подготовиться к следующим противникам. Зажались на базе ребята из First Departure, просто ждут оппонента. Ну да, других вариантов у них просто нету, они выбегали уже из своей базы, это были наказаны. Чейн сирень ловит, а в лассо залетает. Морфлинг вместе с Ио этот раз просто наказали за всю злость. Морфлинг пришел и отомстил. Правда, фраг достался бы Трайдеру, это в принципе не важно. Яш появляется у нас у Морфа. Возвращается Ио туда, откуда он прилетел. Правда, один. Морф решил сам догавить нижнюю линию. Бегает на Сенч топоре, что хочет догнать его Бэтрайдер. Лассо здесь нету, не догонишь. Так, теперь, смотрите, подкапывают. КС, эпицентр, еще один подкоп. Два подкопа, конечно, работают вообще исправно. Эти бороустрайки плюс МПЛ, конечно, это... Что-то с чем-то. Держит противника на ура. Ну и КГ наконец написали ребята из ФД. Что поздравляем, Минески очередная победа, First Patter очередное поражение. Прошел к концу шестой раунд, дорогие друзья. У нас будет коротенькая опять же пауза. Небольшая перебивочка, рекламочка. Пообщаемся мы с вами в чатике. Забывайте подписываться.